шумно, конечно, от машин. Ну что, виды радуют с этой стороны, слева. Так, надо теткам подать сигнал. Вот урбанистика нам говорит, что человек всегда выбирает более комфортный путь, то есть людям идти вот по этой выложенной плиткой пешеходной дорожке не очень комфортно, и они вот выходят на велосипедную дорожку. Ну вот так человек устроен. Какие-то зонтики сделали. Это я балуюсь. Сейчас будем вверх с тормашкой ехать. Молоденькие шишечки. Тоже вот такие вот, конечно, есть погрешности в этой велодорожке. Нет, сделать ее комфортной. Нет, зачем делать для машины вот такой плавный выезд? Сделайте для людей, для велосипедистов. Но машина-то она проедет. Ей здесь не надо разгона никакого. Она, наоборот, должна перед выездом на дорогу замедлить скорость. Вот Премьера, оздоровительный центр. Ну, здесь располагается. Я обычно вот по этому пешеходному переходу перехожу, и вот туда пляж Премьера тоже в свое время был неплохой достаточно, там где бревнышко было. Ну а впереди уже появились горки американские. Здесь, видите, офис продаж, у моря тоже апартаменты. Ветер встречный достаточно сильный, но у меня камера, она помещена в такой специальный поролоновый чехол, только глазок один торчит у нее. Такое даже достаточно сильное сопротивление. Собаки лежат прямо вот в газоне. Ни живы, ни мертвы, как говорится.
Нет, одна вот тут на стороже. Ну и все, вот здесь вот у Анапки я свой поход и закончу. Фух, все, даже немножко притомился. Ну что, друзья, вот вам Анапка, там парк джунглей. И все-таки, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ставьте, нажимайте значок колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Всего вам доброго, до следующих встреч. И смотрите мои другие видео, которые сейчас вот здесь появятся. Здесь. Здесь. Подписывайтесь на мой канал. Вот сюда нажимайте. Ну и это видео посмотрите. Всего вам доброго. Пока.